большая сенсация для Баку, также для Азербайджана, для всей нашей страны. Как вы знаете, Азербайджан стал развиваться очень с большой скоростью, и мода также не отстает. Сегодня для нас это большой праздник. Большим вниманием отношусь ко всем модным событиям. Естественно, Mercedes Fashion Week – это знаковое событие. Я всегда наблюдала эти проекты, которые проводились в других странах, и всегда думала, почему не в Баку. Это событие свершилось, это важный, очень важный факт. Следующий дизайнер на Mercedes-Benz Fashion Week Baku приехала из самого Иркутска, чтобы презентовать нам свою новую коллекцию Байкалия. Как ей удалось соединить совершенно разные ткани и фурнитуру в одной линейке, смотрите прямо сейчас. ID Fashion – Real Emotions. С озера Байкал, я живу в Иркутске, но в фэшн-индустрии, конечно, я работаю уже более 20 лет и по всему миру езжу со своими коллекциями, участвую во всевозможных, фестивалях и фэшн-программах. Была посвящена Байкалу, называлась она «Байкалия», «Байкал и я». Вы видели краски зимнего Байкала. Я считаю, что эти цвета в тренде 2018 года. Я была в Баку в качестве туриста, я влюбилась в этот город и дала себе слово, что я сюда вернусь. И вернусь не просто как турист, а вернусь для того, чтобы у меня здесь были друзья, знакомые, и чтобы было больше поводов сюда возвращаться. Коллекция состоит из так называемой экологической кожи. Она на самом деле очень удобна, потому что она эластична, она подвергается утюжке, стирке, довольно гигроскопичная. Я бы сказала, это искусственные волокна последнего поколения. Стеклом, металлом,
фантазийные, ну, какие-то штучки. Естественно, вышивка нитями. И мой стиль как дизайнера совмещать, так скажем, несовместимое. И в этой коллекции я еще раз это продемонстрировала. Смотрите мою коллекцию на канале ID Fashion.